Вот так вот тебе. Черный властелин. Отпускай, я просто не могу инвентарь даже проверить. Ой, да ладно, ничего страшного. Покатайся. Это же дверь. А перекатываться. Опусти меня! Тактическое преимущество, так это надо дом штурмовать. Во, вот так вот. Так по-любому кто-то испугается. Блин, а? Серёг под машину загнал. А? Подожди, не уезжай, дай я. У меня переломы. Давай. И поехал. А, молодец. А кто взял М8? Я. Сейчас я выложу обратно. Ну ладно, хер с ним, забирай. А зачем у нас G36 магазин? Пока лежит. Пока лежит. Ой, индейка. Сколько оружия лезет? У меня просто я хочу... Что Ремингтон? Выкиньте Ремингтон. Да, сейчас выкину. У меня просто М8 лежит. М8, М107, две ДМРки. Короче, костёр кладу. Забери, кстати, там пистолетный для глушителя, он М9СД. Я положил их только что туда. А. Блин, а? Так. О, ДМРочка моя. Блин. А патронов-то нету. 5 обоим, что ты хочешь? А, подожди, да? Выезжай, я хотя бы. Подожди, не едь. Я сзади сижу. Да, подожди, короче, не... одну обойму не бери, потому что я ее сбросил. Да я. Ну, положи назад обойму, блин, ДМР. Егор. А? Положи назад обойму ДМРную. Мою. Бери. Я ей специально. Блин, я станок взял. Я ей специально положил, хочу в этот забрать. В инвентарь, блин. Он на рюкзаке лежит, блин. По флягу забирайте, кому нужно. Потуши огонь, потом уже не зажжешь больше. Зажжешь. Я и не собираюсь больше. Зажжешь. Уже Парит? Проверено. Зажечь можно и быстренько, если успеть так, то будет гореть. Поехали. Ну, поехали. Подожди, я сажусь. Все, сел. Все, посадил. Вот мне точно так же на автобусе, только у меня фатальнее было. А ты как круг скатил, да? Я сейчас отлетел. Блин, я это еще не знал. Этот глюк.